очень нравится эта сказка. Музыка прям вообще такая шикарная музыка. И мне вот в этот раз не было парад героев стиха. Когда мы так прошли, прям такая красота была после. Красиво одетый в цвет своего героя, допустим, если это красный краб и на нем золотой плащ. И ребенок очень интересен, говорит, там в нем такой плащ. Ну и то есть это вот очень красиво, красочно. И в сочетании, в принципе, с движениями это не сильно заметно, что человек взрослый держит игрушку. То есть видно больше игрушку, чем человек. Это классно. Здорово. Праздник просто наполнен радостью, счастьем, дружбой. А сколько сюрпризов, а сколько подарков было. Ну просто восторг. Для тебя, восторг. Я буду получать. Можно даже продолжение. Мне очень понравилось вот это, запомнится на много дней. Это дружба, которая росла, когда герои приходят, и дети, видно, что их глаза начинают все больше и больше светиться и счастьем, и радостью. И когда мы танцевали с братцем Крабом, вот танец, и вот такое чувство, что каждый раз ребенок, встречаешься с новым ребенком, и он все старательнее и старательнее хочет этот танец танцевать. И дальше вот кораллы какие были удивительные у каждого героя. И вот эта дружба чувствуется, она растет между взрослыми, между детьми, между взрослыми и детьми вместе. Так чувствуется, что эта сказка, она живая. Она прямо оживает, и вот эти минуты, секунды жизни, встречи со сказкой, понимаешь, что она живет всегда. И мы сейчас пришли к ней в гости, и такая радость, что можно так в гости приходить в сказку, вместе с друзьями привести. И такой восторг от того, что сказка живет так светло, щедро, по-доброму. И она обращается к нам тоже, именно к самому светлому и доброму. Именно это и расцветает. Дети начинают счастливо танцевать. Взрослые, даже если не знали, то тут забываешь вообще о том, что знала, нельзя, танцуешь, уже радостно. Объединение такое дружеское. Вообще море восторга просто. Этот праздник, день рождения дельфиненка, это вот, знаете, как такая звезда. Вот она зажглась, и в сердце, в жизни она появилась на много-много дней.